Ленточные машины разных производителей обладают близкими техническими характеристиками. И выбор машины приходится производить с учетом разнообразных особенностей, определяющих удобство и безопасность эксплуатации и обеспечивающих высокую точность резания. Для знакомства с этими особенностями мы показываем ленточную машину Hofmann изнутри. Начать знакомство целесообразно с зоны резания и ножа. Современные машины работают в основном с ножами шириной 10 мм, что обеспечивает точное резание по сложному контуру. Машины Hofmann трехшкивные. Нижний шкив машины приводной, верхний подпружиненный и обеспечивает необходимое натяжение ленточного ножа при работе. При смене ленточного ножа верхний шкив опускается под действием эксцентрикового рычага. После того, как нож надет, рычаг возвращается в исходное положение, а нож натягивается освобожденным шкивом. Открытый нож представляет опасность при работе машины, поэтому обязательна система закрытия нерабочей зоны. У машин Hofmann защита выполнена в виде двух лент, закрывающих нож с боковых сторон, и защиты зоны резания в виде кольцевого ограждения. Концы лент и кольцевое ограждение смонтированы на едином основании, у которого предусмотрены резьбовые отверстия для установки системы смазки ножа. Смазка целесообразна при работе с синтетическими материалами. Она снижает трение ножа, его температуру, а значит препятствует спеканию слоев пачки. Важным для обеспечения точного кроя является сохранение перпендикулярности ножа плоскости стола машины. Для этого ленточный нож в машинах Hofmann проходит между двумя подшипниками над столом, двумя регулируемыми твердосплавными вкладышами в столе и ограничивается в движении от рабочего подшипником под столом. Машина оснащается системой заточки ленточного ножа с ручным включением и возможностью регулировки углов заточки за счет изменения установки заточных камней. В машинах Hofmann комплексно решается вопрос защиты при обрыве ножа. Машина не будет работать при открытых крышках корпуса. При обрыве ножа срабатывает защита, обеспечивающая экстренное торможение двигателя противовключением, происходит захват ножа специальным механизмом, срабатывающим от перемещения освобожденного верхнего шкива. Внутри корпуса свободный нож захватывает магниты. Многие машины имеют систему воздушной подушки, облегчающую перемещение вырезаемых деталей. На машине, используемой для съемки, такая система установлена. Интересен принцип ее работы. При подаче воздуха он поднимает легкие шарики, закрывающие окна для его выхода. Там, где находится деталь, шарики под ее весом опускаются, и воздух выходит, создавая подушку только в зоне под деталью. Линейка ленточных машин Hofmann включает не только машины с разным вылетом рукава, но и машины с постоянной скоростью резания, машины с несколькими скоростями и машины с возможностью плавной регулировки скорости в заданном интервале. Машина в работе не снималась. Мы используем съемку производителя.